Ватанабе, оставьте сообщение. Юрий, ты где? Позвони мне, как получишь. Надеюсь, дыхание дьявола еще там. И под охраной. Если демоны добрались до грузовика, беда превратилась в катастрофу. Серьезные проблемы. Райкер! Надо спешить. Прыгай! Что там? Организованный штурм. Его явно спланировали на воле. Все корпуса взломаны. Еще пара минут, и все зэки с Райкера окажутся на 5-й авеню. А что плот? В порядке. Там особый режим, усиленная охрана и отдельное энергоснабжение. Это хорошо. Что с дыханием дьявола? Соболь разбирается. Ты им доверяешь? А у меня есть выбор. Зря не пристегнулся! Разберись с ними! Быстрее! Займусь! Они вскрыли оружейную. Это плохо, да? Кажется, плохо. Это значит, что у некоторых зэков теперь есть гранатометы. Да, это плохо. Займусь. Покинуть посты! Повторяю, покинуть посты! Хватайте оружие и валите с острова! Вернитесь в камеры, ведите себя хорошо, и мы закроем глаза на все это! Задумался принести гранатометы в тюрьму! Ответьте! Это сержант Хэнсон! Есть кто-нибудь на канале? Это капитан Ватанабе! Где вы? Щитовой! Крыша возле корпуса Д! Пытаюсь восстановить питание! Это ваш вертолет? Да, мой! Что здесь произошло? Без понятия! Сначала вырубил заток, а потом начался ад! Держитесь! Мы идем к вам! Человек-паук, поднимешься на крышу? Там полицейский, зовет на помощь. Уже иду. Эй! Офицер Хэнсон! Эй! Кто-то застрял за этой дверью. Заберите меня отсюда! Они идут! Где все наши? На меня тут напали! Помоги там! А я пока что займусь электричеством! Да, уже иду! В чем дело? Струсил! Почувствуй себя на нашем месте!
Надо уложить их всех! Хуже и быть не может. Конечно же может. Внимание к каналу! Нарушение режима в блоке А! Уходите отсюда, парни! Рабай! Отлично! Их осталось мало. Кажется, нам удалось вернуть контроль над ситуацией. Ты вроде говорила, что плод в порядке. Бэйл, идем. Может, все не так плохо, как кажется. Оптимистка. Мой опыт подсказывает, если с виду плохо, на деле еще хуже. Берегись! Джули! Я падаю! Держись! Порядок? Да. У нас тут вечеринка! Ты как раз успел на салют! Кажется, нас отпустили досрочно! Электро? Почему он всех выпускает? Я пойду в центр управления и узнаю, какова ситуация. Понял. Присоединюсь к веселью. Давайте вы тихо разойдетесь по камерам и запрете за собой двери. Пожалуйста. Ладно? Я выпотрошу тебя получше. Заперт в тюрьме со всеми, кого отправил сюда. Неужели мне повезло? Скорпион, можешь подождать минутку? Я говорил по телефону. Да! Потеряла тебя на секунду. Все в норме? Не совсем. Электро, Носорог, а теперь и Скорпион на свободе. Что с остальными заключенными? Система слежения вот-вот заработает. Я сообщу. Я продолжу следить за Электро.
Эй, Человек-паук! Мне казалось, это погоня! Надо его остановить! Тебе меня не остановить! Но твои попытки мне нельзя! Если скажешь, на кого работаешь, я буду помягче! Почему никто никогда не соглашается? Попался! Стервятник? Давно не виделись! Мы хорошо повеселились! Прости, нет времени! Кто еще здесь, да? Так, камеры наблюдения снова работают. Что видишь? Что здесь у нас? По всей видимости, заключенные плота сбежали. Включая Марс и Лиз. Теперь по городу шастают 5 твоих злейших врагов. Ха! На секунду подумал, ты серьезно. Я серьезно. Как тебе мой новый костюм? Блестяще. Где ты его взял? Только для членов клуба. Хорошая мысль. Кстати, мы вообще можем разойтись, если хотите. Мы точно не желаем. Не стой у нас на пути. У каждого из вас есть дело. Долги будут выплачены после. Вперед! Столько лет, столько лжи. Ну все, Норман, они узнают правду.
террористической атаки. К этому часу число зараженных... Мэй, все хорошо? Да, в порядке. Можешь раздать вот эти? Конечно. Но работа над лекарством от этой смертельной инфекции ведется круглосуточно. В городе соблюдается жесткий карантин. Соболь Интернешнл контролирует все въезды и выезды из города. По всему городу полиция и агенты Соболя ведут бои с беглецами с плота и острова Райкера. А в это время мэр Осборн заявил, что именно Человек-паук виновен в побеге и в инфекции, охватившей весь город. Он объявлен в розыск. Но его вину нужно доказать. Многие считают, что мэр просто отводит от себя подозрения, ведь согласно последнему эксклюзивному репортажу Bugle, вирус был получен в секретной лаборатории Оскорб, находящейся на Манхэттене. Мэр Осборн настаивает на том, что в Оскорб также выключи были разработки вакцины, но пока что никаких доказательств тому не было представлено. Я это допустил. Мне звонили из больницы. Говорят, ты ушел до выписки. Нужно вернуться к работе. Врачи сказали, у тебя сломано 14 костей. Это значит, что еще 192 целые. И, кстати, спасибо за заботу. Сложнее всего было спрятать тебя от Соболя. Ты теперь у них значишься как цель номер один. О, какая честь для меня. Что стало с нашим городом, Юрий? Не знаю. Похоже на конец света. Может, так и есть. Готов помочь. Хорошо. Банды сбежавших заключенных объединились и захватывают целые кварталы. Нападают на местных жителей, грабят и все такое. Я позабочусь о них. Что еще? Мэр разрешил Серебряному Соболю все, чтобы поймать Ли и Октавиуса. Так что она без разбора хватает людей и удерживает их на базах по всему городу. Я слышала даже, что ведутся допросы с пристрастием. То есть пытки. Пока что просто постарайся навести порядок.